Master BK. Yep. Ширю здесь полутру, будьте добры, сделайте такой, чтобы меня было видно, и нас всех, и главное, героев данного мероприятия. Во-первых, хочется сказать огромное спасибо, что все вы сюда пришли, приехали, прибыли, прилетели, приползли и так далее. Рад здесь всех видеть, так же, как и здесь вся моя команда. Вот, рад здесь увидеть старых лиц, которых давно не видел и так далее. А что я сейчас хочу сказать? В течение этого года я и друзья коллектива Top 9 готовили некий сюрприз-подарок, который сегодня здесь и презентуется пока в таком виде. Надеюсь, потом будет что-то более эффектное. Это такой некий сборничек. Сборничек 4 моих оригинальных трека и 16 фитов, таких как Мастер Шеф, Велос ТДК, Фьюз Крэк и тому подобное, Симон. Много очень хитов и так далее. Этот альбомчик я хочу подарить ребятам всем Top 9 Crew. И этот альбомчик ждет всех участников данного проекта. Их здесь около 50 человек, которые хотели поздравить Top 9 Crew с сегодняшним юбилеем. Итак, ребята, давай больше с тебя начнем. Во-первых, держи данный альбомчик. Здесь предоставлено в альбом 3 минуса, на которые были зачитаны мной зеленым синдромом. Мной, опять же. И также посвященный данному сборничку футболка «Раз». И футболочка «Два». Это персональный подарок от участника коллектива Top 9. Павел Бешеный, собственной персоной. Top 9, Мейчмастер, триатлон. Итак, мы продолжаем чествовать наших героев, и хочется, чтобы каждого из них, который сегодня здесь присутствует, вы поддержали. Итак, Бибой Лескей, Top 9 Crew, Реактив. Также известный как Биджи Реактив 98. Тот же самый комплектик, песочек. Надеюсь, порадует все те, кто здесь был. Дамы и господа, как настроение? Давайте пошумим немножко. На самом деле, вот Top 9 – это все Master BK. Если бы не он собрал нас всех, когда мы были малыми юнцами, делали все, что хотели, на самом деле он нас пинал на тренировках, чтобы мы отрабатывали синхроны. Тогда это было очень, ну как бы, стрёмно типа. А сейчас я понимаю, что это было очень правильно. И, Костян, спасибо тебе за то, что реально ты здесь сейчас с нами. Это легенда, дамы и господа. Спасибо. Спасибо большое, Биво Резкий. Отбежены у тебя футболочки. Дальше. Коста, он же, я его знал как Жорика. Еп. Он всего лишь на год опоздал к основанию Top 9. Что это можно не считать? Это так просто в памяти всплыло. То есть у него не юбилей, у него 14 лет. Пару слов. Master BK, легенда питерского брейка, легенда ленинградского брейка. На самом деле российского брейкинга, СССР. На самом деле история Top 9 упирается корнями не в 2001 год, а в 89-й, когда Master BK появился в хип-хопе. Еще раз, Master BK, респект! И всем старым бибоям Top 9, старое поколение, как Алекс Кей, Клинч Мастер, Паша Бешеный и Скотч Реактив, который тоже сегодня здесь. Да ладно. Да, был. Он был. Я немного охрип, передаю ведущему. А, вот, да, старички вошли. Хотел от себя сказать парням, те, кто сейчас в команде онлайн, огромное спасибо. Меня реально распирает гордость за то, что вы подняли команду на такой уровень. На мировом уровне выиграли несколько чемпионатов, находитесь в полнейшем мировом респекте. И всем своим знакомым я говорю, что такая команда есть. Top 9, знаете. Там они чемпионы вообще просто. И я тоже когда-то там был, и так мне от этого круто становится. Вы себе не представляете. Ура! Заслужил! А также от себя хочу сказать большое спасибо и просто представить вам двух моих друзей, с которыми я вместе начинал. Паша
и Леха, идите сюда, пожалуйста. Давай, это давай. Бешеный клинчмастер. И Леха, это клинчмастер, это топ-9 еще. Команда, в которую потом вступил еще Пикей. Вместе мы ездили с Дельфином. И, собственно, на основе этой команды было сформировано топ-9. К нам присоединились еще Реактив и два бибоя, которых вы знаете как Тони Рок и Диско Ти. Так вот, вот эти два человека начинали те незапамятные времена, когда еще не было той волны брейкинга, которую запустили Jam Style Da Boogie, когда на весь город насчитывалось всего 11 бибоев. Те, которые сейчас уже, к сожалению, не танцуют, это вот ребята, которые остались, можно сказать, динозавры эпохи между двух волн. Первый СССРовский и второй, который запустили Jam Style Da Boogie. Это Бешеный и Алекс Эй, клинчмастер, впоследствии топ-9 крю. Респект, уважение, почет и огромная благодарность. Теперь вы знаете, кто есть кто. Симпсон, Робин. Робин здесь. Робин, подтягивайся. Еще Антон есть. Симпсон тоже здесь. Ну что, Костян, давай вручим приз и подарок. Давайте немного расскажу об данном персонаже, который немало достоин присутствовать здесь, не меньше, чем все остальные, может быть, даже в какой-то мере чуть побольше, который дал новую волну вместе с Димой Ли, новый толчок для топ-9, чтобы двигаться еще круче, еще дальше. Может быть, без этих ребят было бы немножко все помедленнее. Я уверен, что было, но без них стало круче. Робин, топ-9! Харьков, Форова! И также тебе сувенир от меня лично и от тех 50 практически участников проекта, которые здесь присутствуют, и футболочки от Пашки. Симпсон, Реактив! В принципе, о клинчмастере Реактиве было сказано, да, это основа топ-9. Это та первая сборная 2001 года, да, который появился. Первый раз отборочный Battle of the Air чемпионату мира, и к этому мероприятию мы сделали сборную. Это клинчмастер, Реактив и еще пару прогрессивных танцоров. Так получились топ-9. Было два названия, не знали, к какому присоединиться. Либо это клинчмастер будет, либо Реактив. И будучи, когда ехали с одной середины репетиции, купаться в Сестрорецке, я предложил такое название. Нас тогда на тот период было 9. И, соответственно, было предложено название «Горячей девятки» назваться. В принципе, никто не был против, так и осталось имя. Топ-9! Специально для вас все здесь! Симпсон, Реактив! Отлично, отлично! Спасибо, Костян! Спасибо большое всем, кто пришел. Хотел вам немножко рассказать, да, про Костю. Костя — это тот человек, который на самом деле показал нам, что такое команда, показал, что такое настоящие отношения в коллективе, как они должны строиться и как идти вообще к победе и к правильным взаимоотношениям. Сейчас, к сожалению, да, мы наблюдаем, что очень мало команд, очень мало сотрудничества в семье, в командах, в стране. Это нужно ценить, это нужно развивать, и тогда у нас будет четкая, сильная вообще команда, не только, как говорится, каких-то маленьких масштабах, но и вообще глобально. Спасибо огромное, Костя. Также презентик — это сборник CD от Master BK и всех участвующих, которые так и называются. Я — это топ-9. Также футболочки от Паши, нашего участника коллектива, топ-9 крю, клинчмастер. Продолжаем. Быть может, Дима, ты скажешь что-то о себе, я охрип немного. Да, что говорить-то? Еще один участник коллектива топ-9. Еще один участник коллектива топ-9, он тоже присоединился на год позже к нам, был очень прогрессивным бибоем, поэтому мы его заметили, естественно, он приехал к нам из Алматы и поспешил вступить в нашу веселую команду. Это бибой Комар. Тогда он еще не был комаром, этот ник он получил впоследствии за свою некую воздушность и схожесть с этим насекомым. Поэтому в тот момент команда насчитывала, кстати, 11 человек. Это был топ-11, но название мы не стали менять. Бибой Комар на 14 лет в команде. Кстати,
хотел бы сказать, что красно-белый это такой уже запатентованный, можно сказать, цвет команды Top 9. Если кто видел Battle of Z 2006 года, там эти костюмы мы себе придумали. И после они у нас остались как наше лицо. Также все те, кто с нами не присутствует, а это Тони Рок, который находится сейчас в Китае. Он преподает, там его позвали до Нового года. Он будет учить санкт-петербургскому стилю китайских танцоров. Он передает всем привет, он выходил сегодня на связь и сказал, что хоть его и здесь нет с нами, но он все равно с нами. Также Flying Buddha, который уехал в Орландо, который представляет Top 9 Crew и представляет сейчас цирк Дю Солей. У них есть свой номер пятиминутный, они танцуют там только брейк, никакой попсы, ничего лишнего. Он тоже связывался, он передавал всем огромный привет и сказал: качайте на самую полную катушку. И еще дискотик, который к нам едет, он присоединится немного позднее. У нас круги сейчас будут продолжаться, поэтому, надеюсь, вы его увидите в кругах. И сегодня в наш коллектив добавился один новый человек. Это North Diamond. Мы его протестировали в кругах. Теперь этот человек официально представляет команду Top 9 Crew. Сегодня у него тоже юбилей, так сказать, нулевая дата отсчета. Ну что ж, уважаемые B-Boys, B-Girls, зрители и просто прохожие, за вертаками Soul DJ Smirnoff, и мы продолжаем качать Top 9 Crew Anniversary 15!